Мы, наверное, возьмем первый все-таки сценарий, запустим. Он типа ознакомительный, но ни хера не ознакомительный, потому что он жопа. Я возьму Уилсона Ричардса. Уилсон. Ну-ка, я ни хера не познанием я. Ну, вытащим немненько. Да. Да? Это наши ребят. Окей. Агата. И. Не, ну чё, мы же еще берем со скидочками всякими. Так. Крестьте. Поехали. Уиски. У нас есть виски. Сейчас я найду керосиновый фонарь. Крест. Вот тебе крест. Вот те... Я уже не хотел. Огнетушитель. Вот тебе огнетушитель. Так, и пища для ума, допустим, вот это. Ну понятно, заклинание сразу тебе. Что там заклинание дает? Вы или другой из следующих в пределах вашей дальности становитесь сосредоточенным. Затем передвиньте эту карту. Передвиньте, переверните. Я, проводя проверку ужаса, кстати, становлюсь сосредоточенным. Действие. Виски. Сбросьте два или меньше ужаса, лежащих в закрытую. Затем переверните эту карту. Ну, лучше мне взять, да? У меня. Керосиновый фонарь. Ты не берешь, да, источник света? Нет. Затем, бросайте на один кубик больше при проведении проверок воли. У тебя воли сколько? Четыре. Бля, ну тоже мне, по идее. Огнетушитель. Сбросьте все жетоны огня свои из всех смежных областях. Бля, я все себе забираю. Тупо хапуга. Нормально. Тара-тара-тара. Да этой бабке ничего не надо, она сдохнет. Вы устало опускаетесь в офисное кресло. Еще один долгий день, полный деловых встреч, остался позади. В данный момент вы расследуете исчезновения, которые уже две недели происходят в богатом районе, но результатов все еще нет. Раздается телефонный звонок. Вы поднимаете трубку и слышите испуганный голос пожилого мужчины. Это вы тот сыщик, который посещал поместье Вандербильтов? Вы просматриваете документы на столе. Уильям Вандербильт, богатый холостяк, мать недавно скончалась. Он отказался встретиться с вами. Но вы смогли побеседовать с несколькими людьми из прислуги. Это Юджин, дворецкий мистер Вандербильта. Я не знал, к кому еще обратиться. Полиция думает, что я свихнулся. Здесь происходит что-то противоестественное. Я беспокоюсь за хозяина, мне кажется, он в опасности. Пожалуйста, помогите нам. Наконец-то наводка. Вы вешаете трубку, накидываете пальто и отправляетесь в поместье Вандербильтов. Наконец-то получим по щам. Давай. Ваш автомобиль мчится по мощенной дороге и останавливается перед особняком. Перед крыльцом припарковано несколько автомобилей и экипажей. Между тем, дворецкого, с которым вы беседовали, нигде не видно. Вы стучитесь в огромную дубовую дверь, но в ответ слышится лишь молчание. Опасаясь, что что-то произошло, вы дергаетесь за ручку. Двери распахиваются, открывая перед вами роскошный вестибюль. Смотри, там нормально? Да. Ну ты вниз просто их опустишь. Как, почему ты так? Ты к себе их поворачиваешь? Как в прошлый раз? Ну мы же заходим отсюда. Так как? В смысле? Ну можно, давай так, как ты. Да, мы просто затрахаемся, потом все. Это понимать, как оно. Все. Так. Вот это здесь, еще что там где-то есть. Что здесь? Картинка. Вы входите внутрь, и дом окутывает вас приятным теплом. Как приятно! В воздухе висит необыкновенная тишина, и ваши шаги эхом отдаются в безмолвной прихожей. Слева у стены вестибюля расположился стол, на котором лежит небольшая стопка бумаг. Справа на стене вестибюля висит таинственная картина, изображающая ночной пейзаж. Тишину нарушают лишь приглушенные крики и грохот кастрюль, раздающийся за дверью справа от вас. Вы замечаете стеллаж с книгами и другими вещами. Если придвинуть его к двери, он помешает кому-то или чему-то пройти через нее. Коридор уходит вглубь особняка. Разместите жетон обзора, как указано. Сыщик в угловом коридоре 3 имеет право открыть смежную область. Это вот.
Три другие двери ведут вглубь особняка. Разместите жетоны исследования, как указано. Ну что, бабка, пойдешь вон туда вот? Куда? Там вот-вот здесь вот где было вот. Нет, конечно. Ну, а я пойду тогда. Конечно. С той стороны двери доносится какой-то шум. Крики, грохот, бьющийся посуды и шипение. Какой-то. Дверь распахивается, и вы видите столовую, в которой царит полный беспорядок. Пожилой мужчина во фраке пытается проскользнуть через сервировочное окно на кухню, спасаясь от неведомой черной твари. Осуждаю! Извивающейся на обеденном столе. Сбросьте... Спокойно, Илья! Забанят! Тут у тебя очень много несмешных шуток, тихо. Сбросьте это жетон исследования и спите бла-бла-бла. Тварь поворачивается к вам. Ее черное змееподобное тело беспрестанно извивается, и вам никак не удается ее рассмотреть. Чудовище раскрывает кожистые крылья и издает душераздирающий визг. Появляется охочущийся ужас, как указано. Затем получите два ужаса, поменяйте проверка в воле. Там видно, да? Угу. Да. А где мы? Мы... А, что там поменяется проверка в воле? Три у меня воля. Четыре. Четыре, точняк. Вот тебе крест, падла! Ну, типа, а сколько там? Два ужаса? Ну, одну улику скину. Ну, это типа технический. Давай ну, нет, не технический, нихера. Все, отменил. Ну, типа... Да. Все, скину. Оно бы стояло. В центре обеденного стола лежит окорок, и в него воткнут разделочный нож. Разместите обычный вещий нож, как указано. Сыщик может подобрать вещь в той области не в PC. У стены стоит сервант, который, похоже, используется для хранения разного рода безделушек. Нож, 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 нож. Сквозь сервировочное окно видна кухня. Многие шкафчики приоткрыты, так как кухни недавно пользовались, но ваше внимание привлекает тот, что закрыт на цепочку. Вы еще замечаете, что кто-то оставил открытым холодильник на кухне, из него капает вода, собираясь в лужицу на полу. Вы замечаете пожилого мужчину, которого ранее видели протискивающегося в сервировочное окно. Он съежился в углу за печью, по его лицу струится пот, а глаза полны ужаса. Разместите жетон персонажа, как указано, это дворецкий Юджин. Тварь украл микроволновку или телевизор? Забаньте макарони ему, он требует. Юджин! Как-то ты неправильно положила все, это вот здесь вот, а это вот здесь. Так там отстранить пользователя? Отстранить пользователя? Да какой-то не пользователь. Забанить? Наймите право переместиться на одну область. Я сам перемещаюсь. Себе. Ты чё, сука? Я засуну в неё, короче говоря. Ладно, у меня есть в руках, мать его, ружьё, но я, у меня нету ружья. Ну ведь будешь огнетушительным. Ну да, видимо, буду бить огнетушителем, у меня больше ничего нет. Могу голыми руками. Потому что при атаке голыми руками вы имеете право сбросить эту карту, чтобы заменить все лупы на пупы. Слушай, а давай ее отжаху голыми руками прям. У меня же силы до хера, погнали. Так, а мне тоже силы использовать. Я сейчас скину керосиновый фонарь, чтобы лупы на пупы поменять. Потому что там по-любому скидчивает. Ладно, хорошо, я буду бить, так и быть, как ты посмотрела на меня огнетушителем. А, у меня же огнетушитель, если что, я потушу все нахер. Ты че? Атакуем. Тяжелым. У меня есть огнетушитель, это тяжелое оружие. Вас поглощает ужасающая ярость, и вы бросаетесь на существо, забыв об опасности. Кот! Опасность забыта. Ну это же черное существо. И кот тоже черный. Сейчас, подожди, я котику кинул, ладно, хорошо. Четыре. Изи бой! А подожди, вот этого не видно. Нет, кого-то не видно. Вот это видно? Нет, это не видно. Вот здесь. Нет, куда? Сюда. И вот это вот. Насрать. Короче, ваша атака застает существо врасплох, и вы с невероятной силой наносите удар. Монстр получает урон, равный значению урона оружия, плюс результат проверки. Я убил его. Тупо сяснул вообще. Ля, можешь, пожалуйста, не лагать? Тварь замертво падает на пол. Услышав, что все закончилось, старик осторожно выглядывает из кухни и покидает свое убежище. Примите южину, как указано. Что ты меня уронила? Я упал. Ай! Ай, нога! Ты упал! Ты упал! Я походил.
Жетончик что-то там как-то задержался. Что у нас на столе? Ладно, хоть курочку не упомянул, вообще охренеть. На столе? Вот этот? Да. Бумаги. Ну что, обосрёшься, вот как раз в туалет пойдёшь и... А что надо делать здесь? Что? Вот, исследуй особняк. Цель изначальная. Исследуй особняк. Все, ты приезжаешь? Нет, 4 ключа. Ну. Что-то. Не подумал. Раз. А, ты... Ты имеешь право вот это... То есть это не нужно действие. А, это же не действие, да. Коридор тянется дальше вглубь особняка. Сыщик в угловом коридоре. Ты имеешь право... Так, открывает. Котч. Коридор тянется от ванной комнаты в сторону крыла особняка. Разместите фрагмент поля тупиковый коридор. Кто-то, убегая в спешке, опрокинул стопку бумаг. Разместите жетон обыска. Три двери ведут в другие комнаты особняка. Вы можете использовать окружающую мебель, чтобы при необходимости забаррикадировать двери. Вот здесь. Так, что дальше? Открываешь? Ванную. Дверь? Нет. А, я думал, что там что-то... Ну, хотя ладно. Туалет! Ну, бля, бабки надо. Не надо. С дверью вы находите небольшую ванную комнату, облицованную белой плиткой. У стены между фарфоровым унитазом и раковиной расположен небольшой деревянный шкафчик. Тут и вопросик-то положи. Все, я походила. That's it, boy. Все вокруг внезапно погружается во тьму. Это событие мифа действует на сыщика, обладающий самым низким значением. Знать. Не, ну два же больше пяти. Ну, однозначно. Ну, два больше пяти. Ля, вы умерли. Вы шарите во тьме, стараясь разобраться, что же случилось со светом. Ля, внимание. Что же случилось со светом? Ля, Чубайс, это ты? Окей. При успехе вы понимаете, что просто забыли открыть глаза, мы никогда не решили моргнуть. Ты, короче, такой, так... Вика, Вик, свет вырубили. Что происходит? Ля. Я не понимаю, свет. А, я внимательный. Я внимательный. А, глаза, точно. Открыть же надо было. Черт возьми, как так вышло? Ля, просто. У нас такого не было. Вы просто понимаете, что забыли открыть глаза, когда моргнули. А они юмористы. Да, моя. Да, твоя? Да. Кто так моет чашки? Не я. Я говорю с Юджином. Старик пытается взять себя в руки и вернуть самообладание. Вы пришли как раз вовремя. Спасибо, что спасли меня. Меня зовут Юджин. Мы разговаривали сегодня утром. Я услышал странный шум с той стороны, где находится двор. Но дверь туда была заперта. Тихо. Тихо. Короче. Тихо. Ну ты же типа тупой. И типа знаний-то мало. И вот, короче, ты такой моргнул и забыл. Все нормально. Это, короче, Балору. Мне кажется, произойдет... Так, ну дверь туда была заперта. Где находится двор, в общем. Но дверь туда была заперта. Мне кажется, произойдет что-то плохое. Где господин Вандербильт? Эти неотесанные мужланы утащили господина Вандербильта туда, где находится двор. Чтобы добраться туда, вам нужно пройти через дверь на запад. Дверь на запад по коридору. Вот только она заперта. Скорее всего, господин Вандербильт держит ключ. Правда, я не уверен, что он одобряет то, что я вам об этом рассказал одобрить. Ля, я общительный капец. У меня 4 куба. Тебе 5 нужно, у меня 7. Теперь у тебя 6, а у меня 9. Видишь, один минус мозг. Нормально. 3. Я думаю, хватит. Если хватит, то он капец не уговорчивый.
Господин Вандербильт хранит странную шкатулку с секретом в комоде в спальне. Это в конце главного коридора, вот здесь. Угу. Пойду сейчас. Полагаю, там он хранит ключ от внутреннего двора. Открыть шкатулку с секретом непросто, но есть одна хитрость. Дворецкий объясняет вам, как открыть шкатулку с секретом. Получить одну улику. Дай мне одну улику, и, скорее всего, там либо внимание нужно, либо знание. У тебя внимание сколько? У меня 4. И знание у тебя дохрена. Короче, ты пойдешь открывать. Да, я. Так, с ним еще можно поговорить? Потому что я хорош. Прошу вас, поторопитесь, господин Вандербильт в опасности. Так, это что? Это нож? Да, это... Так, это что? По-моему, здесь какая-то шняга. Короче, ну... Вот как так вообще? Мне либо к тебе идти, либо... Ну, почему тебе идти ко мне? Мы как-то сместить это все должны, наверное, все-таки, да? Да, это вообще не видно. Может, к тебе опустим? Ко мне? Угу. Давай. Двигай свои карточки. Ну, как в прошлый раз. Во. И чуть-чуть вид оттуда. Ну, как бы... такое... Нет, ты двигай в это. Угу. Ну, двигай. Так в смысле, я потом подвину. А, понял. Господи. Ты все нормально? Да. Ты все, просто все, забыла так моргнуть? Да. Нет, чуть сюда. Да все, 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 хватит. Все. Так, что мне еще делать? Мне, я думаю, забить на это все и просто идти. Сюда? Или что-то поискать? Блин, разного рода бездерушек. Бездерушки. Обмотав ручки цепью. Да, я бы вот это обыскал. Тут ничего полезного. Только на следующем ходу. В холодильник не заглядывай. Там все плохо? Да. Короче, я просто ушел сюда. Передвинь меня. Я не пойду туда. Ми. Окей, все, ходи ты. Давай я шкатулочку посмотрю. А ты не пойдешь сюда? Сразу же. Ну да, ну это не шкатулка, это... Ну это да. Это деревянный шкафчик. Да. А что там? Там, скорее всего, бейсбол какой-нибудь. И нахрена он тебе? То есть что, я заберу. Ты заберешь? Да. Точно? Ты мне обещаешь? Ну, да. Ладно, тогда я иду сюда. Вы подозреваете, что дверь без таблички ведет в спальню? Курьер собрал заказ и выезжает. На велосипеде! Вы открываете дверь в спальню, ее убранство или убранство? Убранство. Убранство. Оказывается скромнее по сравнению с остальными помещениями особняка. Сбросьте тут жетон исследования, разместите фрагмент поля спальни 1. Там еще картина. Дом уползает. Это поползень. Дом поползень. Вот где-то здесь картина. На маленьком письменном столе, стоящем у двери, лежит громадная книга. У стены рядом с хозяйской кроватью стоит большой комод. Угу. Вы имеете право переместиться. Я имею право. У меня еще один, кстати, этот есть. Ты из... да, перемещение, да? Начинаем. Все. Все, я походил, ты походила. Да, мы походили. Е-е-е-е. Бан маневр. А я думала, макароним. Поднимается необычно сильный ветер, и его порывы рвут на вас одежду. Бабка такая, да! Лифан просто. Нет, не бабка. Это событие мифа действует на сыщика, владеющего наибольшим количеством вещей. Да, я готов труселя снимать себе. У меня такие мышцы. Так просто, сосочки. От внезапного порыва ветра ваше имущество начинает дребезжать. У меня имущество дребезжит, понимаешь? У меня давно не было порыва ветра. Ты видал, у меня аж 2. Ветер утихает, плюс я утихомирил свой ветер, свое добежание. Быстро, расти большая. Не будь лапша. Все. Я смотрю комодик. Вот это? Да. В одном из ящиков вы находите шкатулку с секретом, о которой говорил дворецкий. Получить уникальную вещь, шкатулку с секретом. Давай я выйду. Она вот здесь, верхняя. На. И сбросьте этот жетон обыска. Сыщик, владеющий шкатулкой секретом, может попытаться открыть ее при помощи приложения. Давай. It will be my second try.
А, так, чтобы пытаться открыть, на узорчатой шкатулке с секретами есть многочисленные подвижные панели. Вы можете потратить действие, чтобы пытаться открыть шкатулку при помощи глазика. Да, 4 у меня. Если что, тут не один и тот же пазл, просто... Раз. Лол, это... Раз, два, три. Раз. Вау! Сложный пазл. Так а бабка бы справилась. Внутри шкатулки лежит нечто похожее на личный ежедневник. Возьми сам пока что. Увлечающее доказательство. Латунный ключ и увлечающее доказательство. Внутри шкатулки лежит нечто похожее на личный ежедневник. Когда вы его поднимаете, из него со стуком выскальзывает латунный ключ, лежавший между страниц. Вы открываете страницу, на которой он лежал, и находите нацарапанную там запись. Если парад планет действительно ослабляет завесу, то, полагаю, это наш единственный шанс прорваться. Я проведу все необходимые приготовления во дворе. Получите уникальную вещь «Латунный ключ» и уникальную вещь «Уличающее доказательство». И шкатулка мне остается. Да. И, видимо, вот здесь нужен ключ, да, чтобы открыть? Латунную дверь? Вы можете исследовать эту комнату, да, только если у вас есть уникальная вещь «Латунный ключ». Угу. Так, ну что, мне реально забрать там? Давай заберу. Ну, просто да. Я могу пойти сюда, посмотреть, что здесь есть. Ну здесь, ну блин, это шкафчик. Что там может лежать полезного? Таблеточки. Ну если что, я приму на всех. У меня сердце больное. Ладно, хорошо, ты будешь. Я не буду тебя слушаться, в прошлый раз я у тебя послушался. Ладно, у тебя мозгов на этот раз больше. Ты что, офигел? Сейчас я тебе не отдам. Что у тебя меньше? У стены весь так? Окей, обыскиваю. А, надо принять. Сила! Это твое! Вы пробуете открыть. Да ты там взяла бы просто с ноги вот такая херня. За 2 кубика! Вы пробуете открыть ящик на покоробившиеся древесины, не дает ему сдвинуться с места. Так. Бабуля! Давай, если что, заплатишь мне натурой. Ну, в смысле, натуральными там овощами, фруктами. Я очень умелая, у меня опыта, знаешь, сколько? Опыта? Сколько у тебя опыта? 96 лет. У тебя 0 опыта, здесь нет опыта. Ты что, тупая, что ли? Это же не РПГ. У меня жизненный опыт. Хуёво, это опыт. Смысленно. Вот если бы ты была этой, как ее там, ведьмаком, ведьмачкой. У меня пицца приехала, ребят. Может быть, я открою? Да, лучше ты открой. Короче. Вы силой дергаете ручку и открываете ящик. Внутри вы находите вещь, которая, судя по виду, пролежала там достаточно долго. Получить обычную вещь — книга тайн. Что-то, кто хранит книгу тайн в туалете? При проведении любой проверки вы имеете право стать завороженным, чтобы заменить все лупы на пупы. Стоп, а я... Ты шкатулку взяла. А, я шкатулку открыла. Можно даже посмотреть, проверить, если хочешь. Да, не помню, верю. Агата Крейн исступленно несется прочь от некоего невидимого зла. Ля, это баба! И внезапно отступается. У тебя 2. Все, окей. При успехе она в последний момент восстанавливает равновесие. Я молодец. Мы это уже проходили, да? Что мы делаем? Я иду сюда. Просто раз, два, три, четыре? Да. Окей. Так, я... А это что у нас такое? В углу спальни сложен исправный письменный стол. Почти все место на нем занимает массивный фолиант. Можешь посмотреть? Фолиант? Это может быть заклинание. Бля, ну если там знания нужны. Я ж тупой. А, хер с ним, погнали. Ты иди дверь открой. Я тупой. Стена! Да! Зато я сильный, ты тупой. Ты почему такая неуравновешенная? А я еще не проходил проверку ужаса. Не проходил проверку ужаса. А? Никто не проходил проверку ужаса. А, только ты. А, проверку ужаса, да, это же против монстра. Окей. Вы... Да я тупой! Деревянный стул, пытаешься расшифровать древние письмена на стороне. Такой... это какой? Блин, надо было брать там заклинание. Где покажи... Так, вот здесь не видно уже, здесь... Вот здесь сюда буду кидать. Вау! Я такой, что-то неожиданно вспомнил, и такой, читал, в общем, вот это вот. Бля, у меня дед в третьем колене учил меня. Книжку, которую я рекомендовал. Вы по крупицам расшифровываете письмена и узнаете о неком магическом ритуале, позволяющем призвать существ из...
планов бытия за пределами реальности. Там же есть указание о том, как сдерживать их магией. Получить обычную вещь, оккультный манускрипт. Затем забросить этот жетон. Ну, я не знаю, это тебе не особо, наверное. Бросайте на один кубик больше при проведении проверок знания. Я просто тупо умный. У меня крест и оккультный манускрипт. Господи, боже, секта какая-то. Господи, царя храни. Боже, царя храни. Все, мы закончили, да? Быстренько. Свет тускнеет и принимается мигать. Вокруг, вдруг стены начинают светиться, и через мгновение обои охватывает пламя. Разметите огонь в области, где находится Уилсон. Тебе есть огни тушите. Действие. Сбросите все жетоны огня в своей области и всех смежных областях. Сосать огонь. Иду к тебе. Бабуля, подожди. Все, я походил. Угу, давай, открываем. Открываешь, да? Семикнюк пришел! Где? Или это не тот? О, Семикнюк, здорово! Слушай, мы тут стрим для тебя поднимаем, а ты где ходишь, а? Ты видишь, это... Не, ну формально это настолько, а сейчас Семикнюк испугается. Семикнюк, не пугайся, это нормально. В конце коридора находится видавшая виды дверь. С обратной стороны раздаются странные звуки. Кто-то чавкает. Вы пробуете открыть дверь, но она заперта. Под латунной ручкой виднеется замочная скважина. Вы можете исследовать эту комнату, только если у вас есть уникальная вещь, латунный ключ. Надо было тебе отдать мне ключ. Ну, мы можем так, исследовать. Так, а подожди, я только что потушил и походил, все. Исследовать. Вы открываете дверь во двор, и сырой ветер разносит по территории закрытого заднего дворика пепел из давно потухшего костровища. На земле вырезан большой рунический круг. Двор 2. Давай я подожду. Кстати, я это не видел еще. Это другая карта. Если что, каждый запуск сценария может поменять карту, ну, чуть-чуть, либо какие-то части карты. Дай я в этот вестибюль, который был. Ну, который у нас в прошлой карте был. Не-не, который большой. Да. Если что... Мы проходили этот сценарий, по-моему, 3 раза или сколько. У нас начиналось все вот здесь. Нет, 2 раза начиналось здесь, и 1 раз начиналось так. То есть тут меняется еще стартовая раскладка. Но в целом, как бы, точно то же самое. Чью машину кататься? Ну, в смысле, учиться. Под кустом во дворе вы замечаете кое-что полезное. Разметите обычную вещь топор, как указано. Очень полезно. Кстати, видно, да? Да, видно. Ля, ну херли, вдруг там надо нарубить дровишек. Тулху такой, слушай, дробишки нужны. Чат, попей воды. Просто попей воды. Дай мне воды, я так-то хочу пить. Ты мне налила. Ты что не наливаешь? Потому что ты меня отправила со всеми баулами на кухню. Вы уже сценарий определили? Ты в курсе, не в курсе, как это работает? Здесь ты приходишь, ты должен следовать особняк, кого-то найти. Ну, мы ищем чувака. Две закутанные в мантии фигуры стоят в ритуальном кругу друг напротив друга и напевают заклинания. Тот, что стоит ближе к вам, судя по всему, впал в транс и вряд ли осознает ваше присутствие. Появляется культист, как указано. А, его не видно было. Другая фигура снимает капюшон и направляет на вас богато украшенный кинжал. Что вы делаете в моих владениях? Вы вмешиваетесь в то, чего не понимаете, и поэтому вы умрете. Появляется жрец Дагона, как указано. Это Уильям Вандербиль. Так, а мы можем еще сдвинуть туда? Уильям Вандербильт начинает напевать мерзкое заклятие, которое заставляет реальность смещаться и деформироваться. Через ткань реальности в наш мир прорывается неподдающееся описаниям огромное существо. Появляется звездное отродье, как указано. Довольно-таки неплохо. Значит, это достаточно ожидаемо. Давай, а давай вот пи***м. Да не. Да давай пи***. Да не. Да давай. Да не. Да давай. Да давай не буду. Да давай! Ну ладно, давай. Ей! Чем пить будем? Вдаю. По ритуальному кругу на земле разбросаны свечи, черепа и разные безделушки. Если вам удастся заполучить эти предметы, вы сможете положить конец мерзким магическим ритуалам, и у вас будет достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение семье Вандербильтов. Окей. Вы имеете право переместиться на одну область только соседнего комнаты. Ты пойдешь туда? Я вот думаю, что здесь будет какое-то заклинание, может быть. Я думаю, что тебе не стоит перемещаться в эту комнату в первую очередь. Ну да. Поехали. А, у тебя второе действие, алло.
Вы, вы должны прервать ритуал, прежде чем он будет завершен. Хорошо. Вот она и задача семи. Тогда я вот это вот делаю. Да, это звездное отродье, ну типа мини-Ктулху, ну. Пол завален рассыпавшимися бумагами. Среди обыденных документов вы замечаете потрепанную страницу, покрытую странными словами. Вверху страницы кто-то по-английски накорябал. Если хотите великой силы, то произнесите эти слова. Погнали! Ля, ребят, сейчас я... Подождите. Ну, давай. Вы проговариваете древние слова, и они начинают жить своей жизнью, меняя ваш разум и позволяя по-новому взглянуть на эту запись. Свет мерцает, и вы слышите, как нечто шепчет вам на ухо. Сила имеет свою цену. Получите заклинание лишения силы, затем сбросьте этот жетон обыска. Держи вот это. А может, ты мне все дашь? Да. Если что, как работает заклинание? Если Вика читает заклинание, там на задней стороне написано, что происходит. Ну, кроме самого заклинания, действия заклинания. Она скидывает то заклинание, которое на, где весь эффект производит, скидывает заклинание, берет новое. Новую карточку заклинания. Так. А, я походил, ты походил. Я же походил в этом ходу, да? Да. Нас сейчас бить будут! Больно! Бить будут! Больно! Бить, суки, будут! Больно! Огонь неумолимо распространяется. Иди в жопу, огонь потушен! Когда могли спалить? Агата Крейн внезапно падает на колени, схватившись за живот. Ну, ля, тут такой мужчина сзади, я как бы... Схватившись за живот, ты что будешь, больная женщина травка? Кожу? Кожу, ну, в принципе, чё... Деньги не пахнут. Кожа у нее на животе вспучивается и растягивается. Что ты сожрала вообще? А внутри что-то движется, извиваясь среди внутренности. Агата Крейн получает один урон закрытую и один ужас. Так это эти, это скориды. Я перемешал, кстати, все? Наверное. Да. Ну, давай вот это. Вот так. Да. Я не перемешал, по-моему. Дополнительного эффекта нет. Можно перемешать? Но сейчас будет. На две области в сторону сыщика. Пип! Монстр такой. Зачем атакует сыщика своей области, владеющего на меньшем количестве лик? Подожди, он... Ну, а. Может и тебя атаковать? У тебя сколько? Не-не-не, он атакует того, кто в его области. А, ладно. Культист угрожающе заносит посох над головой. Внимание! Два. Три. При успехе вы замечаете, что в другой руке у вас у него зажато лезвие, и оборачиваете оружие против него самого монстра, получает один урон. Да! Ебать, бабка просто борцу на чечан. Вандербильт перемещается на две области в сторону ближайшего сыщика, затем атакует сыщика в своей области, получившего меньше всего урона. Давай, давай. Бабка стоит просто. Давай! Она мне открывать. Вандербильт дергается... Толстая мокрая водоросль появляется из-под земли и пытается вас поймать. Листья растения холодные и тяжелые, словно цепи. Сила. Да. Две. Один. При провале ламинария крепко сжимается вокруг вашего тела. Получите два урона и станьте скованным. В открытую. Получите одну улику. Да, опять отпало. Что за бред? Дополнительного эффекта нет. Так, скованный я тебе дал? Нет. На, там без свойства, кстати. Бабка, ты, по-моему, вздыхаешь. Чуть-чуть. Звездный тролль перемещается на одну область в сторону ближайшего сыщика. Затем атакует сыщика в своей или смежной области, обладающего самым высоким... Бабку пиздит! Ну ты сказал, что он атакует тех, кто это... Смотри, затем атакует сыщика в своей или смежной области. Так там то же самое было. Там было... Сейчас посмотрим. Если то же самое, ну сорян. Журнал сообщений. Это прямо про Вандербильт ты говорил? Ну, в своей области. Культист перемещается так. Затем атакует сыщика в своей области. Здесь. Вандербильт перемещается, затем атакует сыщика в своей области, получишь уменьшить урона. В своей области. Ну, вот, все. А здесь своей... Да давай уже! Короче, тебя атакуют. Тварь тянет к вам свои отвратительные пальцы, похожие на ветви деревьев, и хватает вас поперек тела. Ловкость. А, ну хоть быстренько пройдем, если что. Ебать, бабка ловкая! Цветочек.
Цветы любишь? Нюхать будешь? Все ваши раны ограничиваются тонким порезом на руке. Получите один рот закрытый. Слушай, бабка, ты сейчас сдохнешь. Да ладно! Ну у меня только на ужас есть все, чтобы помочь. А чё ты не начинаешь-то, а? Капец. Ну знаешь, тут получить 3 урона, такое если тоже было. Каждый следующий должен провести проверку ужаса против монстров в пределах дальности, обладающего самым высоким значением ужаса. У нас, ну это скорее всего он. Думаешь? Ля, знаете, слушайте, короче, сидит такой чувак гопарь, такой, и, короче, такая большая хреновина на 2 метра. Кто страшнее, чат? Сейчас он такой Путин. Гопарь. Ну гопарь-то это как бы, да, реально страшно. Давай. Че, реально гопарь? Короче, если что, когда нужно провести проверку ужаса, а здесь много монстров, проходим против самого страшного. Это, там есть, в общем, вот как раз, Харон, ты спрашивал, значение на подставке. Это они и есть. Один из глаз чудовища смотрит на вас в упор, и вы чувствуете, как чужеродное восприятие реальности вторгается в ваш разум, разрывая его на куски. Получите 3 ужаса в закрытую. Отменяется проверкой. А, ты не будешь тратить улики? Не буду. То есть одну. Один. Затем раскройте весь ваш ужас. Станьте завороженным. Дополнительного эффекта нет. Окей. Случайно. Так, я еще, да? Да. Воля 3. Да, ну я сейчас хочу. Что? Ты отхватишь, да, бедняга? Здесь видно. Что ты будешь делать с этим, а? Ля, аж 2 улики. Там есть что-то на лупу на пупу? Кстати, проведя проверку ужаса, становлюсь сосредоточенным. Ну, я, короче, 2 скидываю. Угу. Становлюсь сосредоточенным, понятно. Это на потом. Здесь сосредоточенным. А я, проведя проверку, получаю улик. А, точно. Ну, мы заточились под одной и тоже. Так, кстати, я должен был еще один кубик кидать. Потому что у меня же на один кубик больше. Пошло все в жопу. Ну и один ужас я получил. Закрытую и раскрываю. Гопарь за точкой. Гопарь с... Паника! С семками. Вы с криком отпрыгиваете назад и падаете на землю. Получите один дополнительный урон закрытую, и затем закройте эту карту. Все. Мы закончили, да? Да. Блин, вот реально первый снайпер, по-моему, самый офигенный. Тупо здесь все есть, мясо есть, это есть. Давай я его побью или этих побить? А я не могу уйти, так что я этого буду бить. Согласна? А уходить тоже надо от самого зеленого, от самого ловкого, да? Ты же их шахнешь. Чего у тебя лишение силы делает? Не знаю. Как только заклинание вступает в силу, плод жертвы начинает усыхать, пока не затвердеет. Давай я этого побью, догона. А я слушай, а ты не помнишь, нельзя вообще ничего не делать в области с рогами, да, в этой игре? Ничего, пока ты не уйдешь от них. Угу, окей. Тогда давай, бей его. Кого? Жреца догона? Да. Заклинанием? Да. Голыми руками. Вы начинаете напев, но запинаетесь на последней строке. Судорожно вы пытаетесь найти в заколках сознания финальные слова, а в ответом откликается тысяча голосов. Воля. Угу. Вам удается среди шума найти свой собственный голос. Довериться ему, чтобы закончить напев. Монстр получает урон, равный значению урона заклинания, плюс результат проверки. 4. Похоже, что заклинание наконец-то сработало именно так, как было описано в той старой книге. Дополнительного эффекта нет. Отлично. Нет, это... А, это сразу замешиваются? Они замешиваются, я беру новое. Точнее, хватит. Просто, блин, это в разных играх по-разному. То есть надо сбросить, потом взять и замешать назад. Я хочу древний ужас. Там вообще заклинания отлично работали. Вот это... Она меня разводит на настолки! В ужасе Аркхема дебильно работает. Это нужно втроем или четвером играть. Тогда у тебя будет время на все. Ну, типа, в ужасе Аркхема ты магичка, и у тебя ни хрена нет вообще заклинаний. Потом я тебе покажу, как надо. А пока что? Второй разбежь? Да? Вы произносите слова заклинаний, и по вашим рукам проносится заряд. Да. Вы направляете энергию во врага. Монстр получает урон, равный значению урона заклинания. То есть 2? Все, убираю. Вы видите, как заклинание волнами исходит из тела жертвы. Вы получаете один урон в закрытую, монстр получит один дополнительный урон.
Ты не умираешь? Я ранение получаю. Окей, ну все тогда. А, подожди, подожди, в закрытую? Да, в закрытую. Да, когда, в общем, урон максимальный, это не было у нас в прошлой катке, когда максимальный урон, то игрок становится раненым, а это значит то, что он не может выполнять действие перемещения больше одного раза в раунд. Когда полученный вами урон будет равен, ну, короче говоря, если еще Вика получит 5, то она сдыхает, а сейчас она не может больше одного раза перемещаться. Так, я бью, видимо, все-таки его. Раненая! Это не так, это ранени! Ранени! Ля, это будет страшно, конечно. Так, в чем есть? Здесь херня. Тяжелое оружие. Его, я буду звезды отродье херачить огнетушители. Да поехали. Вы поднимаете оружие и подпрыгиваете, чтобы увеличить размах и сильнее ударить по существу. Давай мне мои кубики, женщина, у меня 5. Я сейчас вот так огнетушителем отхерачу, он просто обосрется. 2. 2, отлично. Вон. При успехе прыжок позволяет вам атаковать тварь в уязвимую точку. Монстр получает урон равный значению урона оружия плюс результат проверки. 4. 4. Ну, просто 2 хода его захерачу. Угу. Вы обрушиваете оружие вниз, стараясь раздавить окружающие вас чудовищные отростки. Сила 2. 3. Подожди, стой. У меня сколько луп? 1. Давай, читай. Удар достигает цели, и от отвратительного звука столкновения с плотью у вас сводит желудок. Монстр получает урон равный значению урона, оружия плюс результат проверки. То так. Есть 5. 2 плюс 3. 5. Подожди. 1, 2, 3. Я могу заменить лупу на пупу. Можешь. Сейчас со сосредоточенностью. Да. И убить его. 6. Я тупо жахнул! Я тупо жахнул звездное отродье! Бабка жахнула. Чат такой нас смотрит, ничего не понимает, и у них такие, как у этого. Вьетнамские эти формулы? Да, и еще, короче, как у Шерлока, знаешь, когда он там пишет что-то, они тоже такие, блядь, что это такое особое мнение. Как это, что так сложно? Сосался один нет. Знаешь, культист такой. С двумя оставшимися хорошими. Блин, свали! Да нет, это падло еще. Давай поговорим. Короче, я на тебе оставляю культиста, а сама пойду к ритуалу. В персоне, если ты много кого перебил, и остается враг один, он может его поговорить. Типа, он начинает бояться. Так, мы походили, да? Да. Окей. Внезапно все лампы ярко вспыхивают и в комнате веет холодом. С хлопком лампы гаснут одна за другой, оставляя у вас в глазах цветные всполохи. Разместите темноту в каждой области комнаты вестибюль. Это вестибюль, да? Каждый сыщик на фрагменте поля вестибюль получает 2 ужаса. У меня есть проверка воли, плюс... Ну, блин, мини там. Это точно вестибюль? А это как называется? Тупиковый коридор. Ну, окей. Я пришел договориться. Культист перемещается на расстоянии не более 2 областей, чтобы оказаться в области, смежной с как можно большим количеством сыщиков. Затем атакует сыщиков в смежной области, получившего больше всего урона. Меня атакует. У тебя 0 урона. Ну, в смысле, не считается, имеется в виду только карточки. Ну, мы же так играли, да? Да, имеется в виду вот эти карточки. Маленьким лезвием культист делает надрез на своей бледной коже и позволяет крови набраться в ладонь. Шепнув короткое заклятие, он плескает вас полную пригоршню свежей крови. У меня 4. Почему 4? За культурный скрипт. Да, все вижу. Не считается, но... Перебрасывай, он очень сильно стоит. Все равно то же самое. У меня нет сосредоточенности, у меня ничего нет. У тебя есть фонарь, керосиновый фонарь. Керосиновый фонарь — это притягивание голыми руками. При проведении любой проверки имеете право стать завороженным, чтобы заметить все лупы на пол. Ой, был завороженный. Переворачивай. Искованный, кстати. Размести жетон огня в своей области. Я потушу. Окей. Или тебе придется тушить. Я получу урон, короче говоря. Нет, ты не получишь, ты же в другой области. Ты можешь смежные потушить. Да, точно. Всех смежных областях. Тогда я не смогу побить. Ну, потуши, так, потом побей. Ты подожди, я думаю, стоит тратить или нет? Ну, стоит быть завороженным?
Приправили ваши вены начинают гореть, стоит лишь один урон закрытый, один ужас. Не надо. Ну, заворожённый, знаешь, такая, такая же херня может быть. Ну, там такое. Агата Крейн, я парапсихолог. Понятно. Понятно. Вам понятно. Мне понятно. Вам понятно. Так. Угу. Вы видите, как под кожей культиста копошатся некие червеобразные твари, заставляя ее бугриться и пульсировать. Получить один ужас, меняя с полировкой в воле. Давай я сначала. Мне 4 куба. Отменил. Бля, чего они там делают с собой? Я не знаю, корону что ли разводят? Один есть. А, да. Один есть. Я сосредоточенно встал, ты, знаешь, ты берешь лику, да? Угу. Поехали. Туши костер. Так, это я потушил. И что мне делать? Я не могу смежно бить его. А, ну, за не знаю, зайди в какую-нибудь комнату. Ну просто мне подходить нет смысла сейчас, сейчас угу. сюда. Давай я просто открою комнату. Угу. А что нужно сделать? Нам нужно прийти сюда. Да, я пойду туда сейчас. Библиотека. Вы толкаете дверь, чтобы попасть в библиотеку, и она со скрипом открывается. Вдоль стен тянутся книжные полки, сбросьте бла-бла-бла-бла-бла. Как она там? Вот так? Угу. Сюда что-то нужно поставить. Ник, поставь вот это сюда. На маленьком деревянном столике лежит стопка научных материалов. С ними явно недавно работали. Разместите жетон обыска, как указано. Закутанная в мантию фигура возвращает на место книжный шкаф. Разместите жетон обыска, как указано. Увидев вас, незнакомец поднимает тревогу. В библиотеке появляется культист, как указано. Охерительно открыл просто. Затем получите один ужас, меняя с проверкой воли. Так, где мой ужас? Где моя воля? Да возьми ты ее! Отменил. Нормально. Ну, блядь, культисты. Вы имеете право переместиться на новость только что исследовать комнату. Слушай, а давай я зайду жахну его тогда. Это все равно пойдет за тобой, скорее всего. Ну, типа... Ладно. Все... Надо все равно жахать. Хотя... Ну, давай. Не, их тупо с собой к себе приведу. Угу. Так что не буду перемещаться. Все. Угу. Ты уходишь, да? Да. Нет. Угу. Так, какая разница, в принципе, это не важно, но... Уйти. Культист хватает вас за ворот и пытается швырнуть. Сила 2. Охренеть. Может, ты побьешь его лучше? Ну, уже все. Потом побьешь. Есть где? Что-нибудь есть, чтобы поменять силу на попу? Кстати, подожди, завороженный. Корни знания таятся в темных и опасных практиках, а вам нужно выбрать меньшее зол. Получите один ужас закрытый или вместо этого ставьте в своей области одно заклинание. Ну, у меня есть заклинание, поэтому я не могу ничего выбрать, я получаю один ужас закрытый. Еще раз ухожу. Может, побьешь его этим заклинанием? Ну, в смысле, 2 хп надо снести. Ну, я хочу... Там либо на ловкость, либо на силу. Что ты хочешь? Ты все равно не сможешь уже по изнам действовать. Ты в любом случае только придешь туда. Это уже неплохо. Ну давай. Бесполезность, правда, вообще дикая. Ну просто мне... Хорошо, ладно. Ты хочешь уйти? Уходи, уходить да хочешь? Да все уже. Ну я могу, в смысле, я могу это убрать. А он зависло. Вот отмена, господи, тут отмена есть. Хочешь? Да. Увидев, что вы пытаетесь сбежать, противник тянет к вам руку, но не пытается схватить. Угу. При успехе вы успеваете заметить тянущуюся руку, руку и отталкиваете ее. Все, делай там. Пип. Все, походили, да? Да. Воздух начинает мерцать от жара, мерцание перерастает в свечение, и Уилсон Ричардс вдруг оказывается в его центре. Уилсон Ричардс получает 3 урона в закрытую.
Обменяюсь проверкой глазика. Глазиков у меня 3. На сосредоточенность сейчас скину ее. Скидываю. Получаю 1 урон в закрытую и раскрываю 3. Ну, бывало и похуже. Эффекта нет. Слабость. Держите в открытую. Вы не можете передвинуть баррикаду. Вигну мы проиграли. Это... Не, ну здесь это все. Это какая? Нахрен это купить за 6к? Скажи, что проигрывать? Чат, ну це говно, конечно. Капец. И вот именно тогда, когда нужно будет передвигать баррикаду... Иди в жопу, уже не смешно. Полезно? Просто капец. Ни разу за всю игру, за все игры мы не передвигали эти ссаные баррикады. Короче, посмотри, сколько там 25 часов наиграл. Сейчас даже посмотреть можно. 25 часов, понимаете? То есть мы играли и ни разу вообще баррикаду не трогали. Это еще карточка из допа. Сейчас чат такой сидит, думают. Нет, ничего не думают. Они сидят там, в общем, где-то в Genshin Impact по-любому. Не знаю, они уже спят, мне кажется. Культит перемещается на две области в сторону ближайшего сыщика. Ну, мы выбираем. Затем атакует сыщика в своей области, владеющего наибольшим количеством вещей. Ну, это я, короче говоря, в любом случае ко мне. Культист размахивает посохом, пытаясь выбить у вас одну из ваших вещей. А ловкость у меня 4. Насыпал. Вы уворачиваетесь как раз вовремя, получите один урон закрытый. Зашибись, вернулся. Как раз вовремя, вообще. Вообще. Там не может мне звездное отродье нанести урон, а тут... Культист перемещается на две области, в сторону ближайшей сыщики. Я тут собрал парней. Самым низким значением. Культист низко приседает и поднимает вас в воздух. Как? Что? Ловкость. Он такой... При успехе вам удается ударить противника коленом в лицо и освободиться. Почему он урон не получает? Реально. В лицо же ударил. Слушай, от кого не проходит? Ну смотри, тут я не знаю, от кого... Я не прохожу проверку. Я против этого пройду. В принципе, это не важно. Hey, kind human. Вы видите, как под кожей культиста... Ну, бла-бла. Воля. Есть, прошел и беру сосредоточенность. Если что, сосредоточенность я беру после того, как прохожу... Вот это проверка ужаса. По свойству берешь. Да, у меня есть свойство. Когда я прохожу проверку ужаса, вот эту хрень, я беру сосредоточенность. Сосредоточенность позволяет менять все лупы на пупы. Да что, настолки? Понятно. О, Анатолий, вообще-то это видеоигры, смотри. Херак видеоигра. Алло, кооперативная видеоигра. Херак, а вот это настолки. Ты видаешь, какие чудеса здесь? Видаешь? Здорово, Анатолий. Все, да? Ну давай. Да, это на, типа на стол. Нажимай. Сейчас, подожди, я уберу тут еще. А, кого нажимать? Сюда, да? Нажимай. По ритуальному кругу, вырезанному в земле, разбросаны различные вещи. Вы пытаетесь собрать ритуальные предметы, но их охраняет враждебная сила. Давай. Да. Собрав в кулак всю волю и обрывки полученных вами знаний, вы пытаетесь убрать предметы, не потревожив при этом охранные чары. Вы имеете право сбросить любое количество доказательств, чтобы превратить соответствующее количество лупов в пуп. У тебя 2 доказательства, по-моему, одно. Да? Не, а латунный ключик тоже? Снаряжение и ключ. Вещь. Доказательства. А это? Ключ, снаряжение. Три. Стараясь не делать лишних шагов, вы убираете предметы из ритуального круга. Почти мгновенно враждебная энергия вокруг вас начинает испаряться. Вы создали зловещие планы культа. Получите уникальную вещь и ритуальный набор. Затем забросьте этот жетон взаимодействия. Нам теперь, по-моему, до выхода надо добраться. Да. Расследование завершено, если сыщик покидает особняк с уникальной вещью и ритуальный набор. Завершив расследование, сыщики одержат победу в игре. Разместите жетон исследования, как указано. Размести. Как указано. Но... Ты можешь выйти оттуда? В смысле? А, ты ко мне прийти? Ладно, хорошо. Они тебя атаковать будут, ты в курсе? Почему меня? Ну, там будет написано, кого они атакуют. Давай останешься там, короче говоря. Они могут тебе перейти. Смежные области могут атаковать. Стой там.
Но я все равно не могу на два перемещаться. Ладно, давай, хорошо. Я буду здесь. Ну, ты... Давай. Если что... Окей. Они сильно не бьют, по-моему. А я походил? Я не походил. Ты не походил. Ну, походишь два раза сейчас. Что-нибудь я мог бы здесь делать? И отмотать никак нельзя. Mm-mm. Ну окей, давай так. Если я их не убью сейчас, то у меня будет дополнительный ход, получается. Фигово так. По идее, я должен был их убивать просто. Угу. Ну ты просто их сейчас сначала убьешь. Ладно, хорошо. Сейчас я не могу ничего делать. Земля трясется, стены... Подожди, я могу здесь? Земля трясется, стены ходят ходуном, а сверху падают куски потолка. Хорошо, что я туда ушла. Эти события мифа действуют на каждой стычке на фрагменте поле двор 2. Нет эффекта. Оставайся, Вика, там. Будешь нашим королем. Его атаковать можно. Нельзя. Культист перемещается на расстоянии не более двух областей. Так, затем такой стычка в пределах дальности, получившего больше всего ужаса. У тебя два. Давай меня атакуют. Скинув... У меня 9 ужасов. Скинув к небесам руки, культист твердит слова неизвестного мерзкого заклятия. Получить 2 урона, меня с проверкой знаний. У меня на знание плюсик 3. Ля, затрав такую кидать. 2? Отменил. Если ему удается отменить весь урон, вы перенаправляете часть заклинания обратно. Монстр получает один. Он второй раз то получает. Реально. Лох. Так. Самым низким значением глазика. У меня 3. Да? Меня такое? Да. Я тупо губка. Культист оставляется в тени. В тени. У вас есть пара секунд, прежде чем ваш враг нападет на вас. Ловкость. Ну, здесь-то ему залупа. И сейчас тупо одни пустышки. Да? Залупа. При успехе враг возникает у вас за спиной, но вам удается увернуться. Подбегает этого. Культист шепчет слова, которые слышите только вы. Твои друзья хотят убить тебя. Вика, за что? Я не твой друг. Я твоя жена. Вы поняли, да? 2. Вы не обращайте внимания на эту ложь. Это ложь! Это ложь! Это ложь! Это клади. Нож! Да, ты получаешь улик. У меня и так сосредоточенность есть. Так, давай я их побью. Давай. Дай мне все кубики. Я все равно буду 5 кидать, скорее всего. Что лучше, друг или жена? Друг, конечно. Этого добью. Слушай, я Нет, я тяжелым оружием. Кровавая пелена стоит у вас перед глазами, и вы в ярости набрасываетесь на врага. Ля, это ненормально. Ну, слушай, точно скину. Да. Бросайте на 2 кубика больше, если к этому монстру вы... Если к этому моменту вы получили хотя бы 3 урона. То есть можешь пока не сбрасывать сосредоточенность. Окей, дуд. Сколько на 3 кубика? На 2 кубика больше. О! Я убил. Монстр получает урон, равный результат проверки. Он сдох. Попью этого. Да, тяжело. А ты чего хочешь? Противник замахивается на вас, но вам удается схватить его за руку. Сила. Вы отправляете ее вниз и силы выкручиваете из сустава. При успехе сустава издает громкий хруст, и рука врага безвольно обвисает. Монстр получает 3 урона. Тупо избил. Я хотел керосин. Хотел керосиновый фонарик скинуть просто. Я поняла. Все, ну убрай. Все. Убирай бог. Хоп. Ну все, передвигайся. Не, в смысле, ну я в прошлый раз типа не делал действий. Никаких у тебя нет там скованности и так далее. Нет. Все, ходи. Я 2-10 сделал. Ну все, играем честно, уже забыл, так забыл. Ну, это же нечестно как раз. Наоборот, честно, все, ходи. Ты все равно не дойдешь, какая разница? Я приду туда, если что. Все. Можешь исследовать эту хрень. Давай. Почетное место в пышном зале занимает таинственная картина, изображающая ночной пейзаж. Кругом виднеется сплывчатые фигуры, но ваше внимание приковывает рисунок звезд. Ля, просто идеальный бросок!
женщина, и знаешь, вот у тебя столько луп. Да, да скидывай уже, какая тебе разница? А, нельзя, точно, там же темнота. А, ну все, рип. Ваши знания о созвездиях довольно расплывчаты, но что-то в картине кажется вам неверным. Должно быть, вы что-то упускаете. Все, походили. В темноте что-то движется. Это событие мифа действует на каждой тысячи области темноты. Оно как будто знает, серьезно. Вы знаете, удивительно, короче говоря. Вроде... А, ты же только что там проверял, все, забей. Ну, короче, игра как будто знает. Разыграть события. Топот тысячи ножек все усиливается. Приглушенный, скребущий, близкий, только руку протяни. Вы чувствуете, как что-то движется прямо у вас под пальцами? Тут что-то ужасно закрытое. И все? Все? А давай еще раз исследуем. Давай. Раз, два, три. Подожди. Может, ну это надо будет... А, нет, стоп, использовать. Там же надо будет, да. Ладно, раз, давай. Входная дверь особняка прямо перед вами. Расследование завершено, если сыщик покидает особняк с уникальной вещью ритуальный набор. У тебя есть? Да, ритуальный набор. Завершив расследование, сыщики одержат победу в игре. Вы можете сбежать только в том случае, если у вас есть уникальная вещь, ритуальный набор. Вы распахиваете двери и убегаете в темноту, унося с собой доказательства гнусных преступлений Вандербильта. Расследование завершено. Каждый сыщик одержит победу, если только какой-либо эффект, например, состояние безумный, не предписывает иного. У нас не было безумия. У нас не было безумия. Вика только раненая была. Ля, это что-то как-то изи было. Мы первый раз прошли. Вы распахиваете входную дверь особняка и бежите к автомобилю, стараясь не уронить ритуальные предметы. Неоспоримое свидетельство существования культа и доказательство его связи с недавними исчезновениями. Вы резко стартуете, и шины с визгом скользят по неровной дороге. Если доберетесь до полицейского участка живым, то наверняка сможете положить культу конец. Разломав ворота, вы выезжаете на улицу и мчитесь прочь. Поместье Вандербильта остается далеко позади. Сорян, я забыл переключить. Не, ну это типа вступительный сценарий обучающий, чтобы не так много места было, то есть игроки поняли, как это работает. Ну и здесь больше всего экшена, то есть у тебя прям дофига всего, то есть сколько там врагу было? Раз, два, три. Мы видели только что сценарий, где были по одному врагу, но он был сложнее намного. А здесь есть, в принципе, детективный сценарий, где у тебя врагов, в принципе, нет, и в конце появляется призрак, которого, в принципе, ну, забить невозможно, у него 30 хп. И ты должен, короче говоря, гонять и договариваться. Ну, мы первый раз его прошли. А как два Ктулху вылезло? Нас тоже вылезло. Но мы в четвертый раз его сейчас проходили, то есть мы, в принципе, понимали, что мы делаем. Да, мы... да. То есть, ну, я, например, помнила, что тут много, допустим, нет смысла исследовать. Кухня. Кухня вообще, да, нет смысла. Где-то ты вообще можешь что-то найти. То есть, вот да, это, вот это все бессмысленно, вот это вот. Вот здесь вообще ужас получается. Там улика. Вот здесь улика. Здесь да, что-то здесь есть. Здесь доказательства. Здесь, по-моему, статуэтка Ктулху будет в Звездном отродье. А, ну. Или да, что-то да, да. Еще. Тут что-то будет такое непонятное. Здесь. Здесь тоже мелочи какие-то. Ну, тут скорее, тут, по-моему, можно стать сосредоточенным. Что-то такое, но мы его проходили, да, 4 раза, и у нас в какой-то раз вылезал, 2 раза вылезало Звездное отродье, а опять же здесь вылезало Звездное отродье, вот 2 Звездных отродья у нас не было, вроде бы. Было-было. Было, да? А, было, это, да, жопа там какая-то нелепость вообще была, что-то я не помню как. Ну, блин, это не настолка, которая прям задротская настолка, но мне, если честно, уже с Архема третьей редакции нравится больше, чем это, потому что здесь... Ну, блин, я вот хорошо все помню, что кого, и, по сути, ты здесь больше исследуешь, чем играешь. Ну, то есть ты пришел, потыкал, оно больше похоже на такие вот упрощенные, не квесты, а... Детективы? Адвенчуры. А, адвенчуры. Ну, такие вот упрощенные. Здесь просто ты можешь в любой момент сесть и понять, что происходит, если не знаешь, что за игра. Потому что, в принципе, тебе понятно, вот карта, есть жетончик, значит, не можешь взаимодействовать. Вот враги и так далее. Эта хрень, она хорошо заходит, в принципе, всем по уровню знакомства с настолками. То есть тем, кто не знает ничего, и тех, кто хорошо с ними знаком. То есть такая вот для такой компании очень хорошо подходящая игра. Потому что те же люди, которые плохо знакомы со столками, они в тот же древний ужас со всеми допами играть не будут. Потому что, блядь, это сложно и долго. А в это, ну окей, вот есть время, сколько идет сценарий, да, тебе все сказано. Ну на самом деле игра, мне у нее для такой цены очень много воздуха в коробке. Ну серьезно, тебе придут воздух. У тебя много фигурок, но и нахрена они.
Ну вот да, с фигурками я тоже не поняла. Просто вот видели, сколько фигурок используется здесь, да? Это, по сути, максимальное количество фигурок, которые используются в принципе. Ну там чуть побольше есть в одном сценарии. Ну вот в том, который мы предыдущий да. проходили, там их было штук 6-7, по-моему, 8. Ну да. То есть у нас был максимум это 7. На самом деле, это все эти фигурки, это насчет самого худшего развития событий. Это вообще никого не бьешь. Ну, когда. Да, либо когда ты не бьешь, либо когда уходишь, либо когда все новые и новые выходят. А зачем? Мы, короче, знаете, почему проигрывали в первый раз этот сценарий, вот этот, который только что прошли? Потому что мы не били Звездные Троги, потому что боялись. А у него все 10 хп. Мы, во-первых, не били, потом только узнали, что у него 10 хп. Во-вторых, мы очень много всего исследовали. Такое ощущение, что они могли бы вместо миниатюры положить карточки или картонные 2D-фигурки, весь сюжет положить коробку карточками сценарий, как у А, и был бы примерно то же самое. А, Харон, смотри, тут в принципе есть жетоны у фигурок. Покажи жетончики сзади. Вот, можно жетончики использовать. И то, что весь сюжет положить коробку карточками сценария, как у А. Харон, есть первая редакция «Особняков безумия». Там один игрок играет за врагов, за особняк. И он думает, куда что поставить. Здесь приложение, оно управляет процессом. Оно отчитывает время. В нем встроенный счетчик есть. Смотрит ситуации, смотрит, каких врагов выпустить и так далее. То есть приложение здесь нужно, оно без приложения не играется. Есть первая редакция, и оно играется без приложения, но там один игрок отвечает за врагов. Так что не было примерно то же самое. Совсем нет.